На КПП у тоннеля Линкольна срочно нужно подкрепление. Эти скоты прорывают оцепление. Если взорвут шлюз, тут все утонет, к черту. Они прорываются к тоннелю и палят во всех подряд! Сколько же их налетели, как саранча? Не пропускать! Противника.
Капитан Бенитес, это Фейлау. Мы агенты спецотряда, и мы зачистили вам периметр. Подключаю вас к нашему каналу связи. Направите нас туда, где мы будем нужнее всего. Это хорошая новость, но плохих новостей у нас больше. Несколько этих ублюдков прорвались и теперь минируют шлюзовой затвор. Они будут выбираться отсюда любой ценой. Если бомбы взорвутся, вы знаете, что с нами будет. Слушай, я пришлю сапера, она разберется с бомбой. Прикройте ее. Прикрой меня, я ее обезврежу. Внимание! К вам приближается противник. Еле живы остались. Им плевать, сколько они убьют. Выбирайся. Встретимся в центре управления.
Так, что у нас осталось? Я не знаю, кто вы, но рад вас видеть. Надеюсь, на вас можно рассчитывать, а то... Нас ждет Африка. Агент, наши друзья поставили впереди снайпера. Будь начеку. Благодарю за помощь. Хотела бы я стрелять так, как ты. Агенту из вашей группы срочно нужна помощь.
Агент из вашей группы ранен. Требуется помощь. Агент, мне сообщили, что угроза ликвидирована. Я говорю тебе спасибо, и мои люди тоже. Да тебя благодарит весь долбанный Нью-Йорк. Я возвращаюсь на базу. Отлично. Если бы взорвали шлюз, мы бы лишились основного канала снабжения. Теперь Бенитос сможет вернуться на базу. Там и увидимся. Thank you.